Так, на обзоре у нас природно-минеральная вода Кисловодск, Нарзан, 1894 год, натуральная газация. Объем у нас 1 литр бутылочки, обошлась мне в магните по скидочке за 30 рублей. Болезни пищевода, хронический гастрит, бла-бла-бла, в общем, помогает. По крайней мере, облегчает, наверное. Вроде нет, знаете, запаха такого сероводорода, мне этот не очень нравится. Подобные ощущения. А здесь что-то такое нейтральное. Пузырьки живенько так расположились по бокальчику. Ну-ка. Угу. Вкус мягонький. Чувствуется такая газировочка. В меру. Нет усиленного газа. Угу. Натуральная газация. Это как-то понять. Надо будет почитать. Натуральная газация. Слушайте, еще что-то на бутылке написано. Эльбрус, высота 5642, скважина Нарзана, высота 808 метров. Интересное кино. Нормально. Пить можно, тем более по скидке. Нормально.